Ладно, ладно, мужик, все, 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 все. Успокойся. Успокойся, говорю. Успокойся, говорю, мать твою! Успокойся, говорю! Ебать! Он быстрый! Да ты охренел, я тебя сейчас улеплю, он мне влепил. Он совсем больной, что ли? Так-так-так, сейчас поглядим. С вами Лепас, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Who is this man? И, кстати, самое, что смешное и интересное, здесь Google переводчик. Близко, то есть выйти назад. Ну, а здесь на английском, конечно, перевод, а русский-то? Куда ж? Что такое? О чем вы? Хотя и мы видели еще похуже переводы игр, которые нам удалось поиграть. Например, аниме-хоррор, если ты помнишь и смотрел. Там жесть просто происходила, какая-то трошанина. Мы просто усыкались от этого перевода. Но здесь более-менее, здесь, знаешь, как в этом, в Border Office. Да, там такой же перевод. Кстати, давай начнем уже играть сразу. Это игра про, типа, соседа, да? Но тут у нас сосед, то немножко другой. Увидишь потом кто. Я смотрел по картинкам, по этим скриншотам, что это сосед у нас. Ни за что не угадаешь. Ни за что не поверишь. Ты должен это увидеть. Тогда ты только скажешь: «Воу! Unbelievable!» Вот, блин. Все нормально, все под контролем. Кстати, что самое интересное, посмотри, посмотри, ты это видишь, да? Почти меня не видно. Все черное, одно лицо только видно, и все. Так, ну что, мы появились, короче, вот. С игрой я не особо знаком. Но, смотри, она, кстати, поливает нас. Это замечательно. Так, я могу открыть двери. Я могу открыть. Я не могу сесть. Нам надо по два раза нажимать, чтобы что-то закрыть. Ну, здесь повезло с первого раза. Так, здесь у нас ничего нету, что странно. Что нам делать? Какова цель нашего задания? Этой игры, да? Цель этой игры. Да, тут сделано все как Border Office. Все так же самое. Все так же самое. Вот просто все так же самое, кроме как спрятаться, да. Ну, по сути, здесь все так же самое. Все вот это вот, все эти модели и прочее, прочее. Все, просто все. Все так же самое, как Border Office сделано. Если ты играл в Border Office, ты понимаешь. То есть, все та же самая механика и хрень. Это одно и то же здесь будет, короче. Правда, мне кажется, что они немножко тормозит. Но надеюсь, что это не так. Вот, кстати, мусор. Давай выкинем мусор. Чудно не выбросить мусор. Какого хрена? Ты кто такой? Мудила, стоять! Ты кто такой? Почему я не могу тебя убить? Куда ты ушел? Я не могу, кстати, за ним бежать. Все, я застрял. И он ушел. Кто это был, я не понял. Ты понял, да? Это вор был, походу. И он у нас хотел что-то украсть. То есть, по сути, это симулятор воровства у вора. То есть, ты воруешь у одного, у тебя воруют так же самое. Я обалдел. Вор. А откуда, блин, ты тут взялся? И как часто он, интересно, будет появляться? И с какой стороны он будет заходить? А сзади дома у меня тоже ж есть проход. Так. Смотри, какой автомобиль. Я думаю, тебе понятно уже, кто здесь. Нет? Непонятно? Ну что ж, ты сейчас узнаешь, кто это. Вот черт, он нас заметил. Ладно, ладно, мужик, все, 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 все. Успокойся. Успокойся, говорю. Успокойся, говорю, мать твою! Успокойся, говорю! Ебать! Он быстрый! Да ты охренел, я тебя сейчас улеплю, он мне влепил. Он совсем больной, что ли? Он на моей территории. Ты видел, кто это был, да? Я думаю, ты заметил, кто это был. Че за мудак? Ты что, охренел? Пошел нахер отсюда. Че, вали, сказал. Сейчас тебе нахер мусор в голову засуну. Так, что у нас тут можно? Капканы тоже устраивать здесь. Ковер, ящик, кресло. Ага, окей. Короче, куча барахла здесь, если честно. Автопортрет.
Чего? Что, блин? Как ты нашел меня? Нет. Что он там танцевал? Джигу какую-то, что ли? Я не посмотрел толком. Не понял. Где он? Он на свой капкан же наступил. Лошара. На свой капкан же наступил. Все, он нас не достанет. Мы у себя в доме. Фу, мы у себя в доме. Оба-на, это что? Репорт бокс. Чё? Что это за хрень? Что это значит? Флеш-фонарик, окей. Используй свой компьютер, нажмите Е, нажал. Хранить отчет, домашний магазин, доказательство эксе, шахтер, отчет, спать, проходить, вор. Что? Вор пытается проникнуть в твой дом, если вы не заблокируете его, он может украсть ваши деньги. А сколько мне? 3 бакса всего лишь. Спать. Если вы спите ночью, спецназ может атаковать ваш дом, закрывайте все двери, пока вы спите. Это экономит ваше время, чтобы спрятаться. Чего, блин? Если вы спите ночью, спецназ может атаковать ваш дом. Что? Какой спецназ? Я бы... Что? Отчет. Можете сообщить о любом объекте, который вы хотите, чтобы заработать монеты на основе стоимости субъектов, которые можете сообщать. Что, блин, что за перевод какой-то странный? Попробуйте сообщить об объектах, которые вы видите интересным. Для этого надо сначала поместить объект в окно отчета. Тогда вы все вам сделаете, что нажать кнопку отправки. Шо? Купив майнерское устройство в магазине, вы должны установить где его угодно. После установки устройства вы начнете зарабатывать деньги. Это автоматически экономит ваши деньги. А, майнерская хрень. Это на видеокартах, как, например. Я понял, знаю, да. Доказательства. Я бы проходить, авторизоваться. Откуда я знаю? Неверный. Откуда я знаю, что это за хрень? Я бы... А, вот, пароль. Боже, это я ни хрена не понимаю, что написано. Я бы... БТ3ВЦ, чё? И проходить пароль П58ФЦ. Это я вижу. А тут что? Я бы... Оба-на. Ты понял? После того, как вы соберете улики, вы можете, короче, начать расследование, и сотрудники полиции проведут рейд на подозреваемого, то есть на этого фюрера. Что это было? Что не понял? Выйти, дурак, выйти. Что это было? Что за звуки? Что это было? Так. Каргобокс. Чё? Так, что у нас в доме вообще есть? Лампа, спальня. Кстати, я могу спрятаться от спецназа, да? Если он пытаться будет прорваться в мою хату, я просто спрячусь и все. Кстати, закрыть дверь. Близко. Домашний магазин. Если вы купите его, в вашем доме будет восстановлена сигнализация, вы услышите звуковую сигнализацию, когда незнакомец входит в ваш дом. Установка выполняется автоматически. Купить? Да, купить, что, изи. Все, теперь у меня осталось 3 миллиарда, короче. Так, отсчет. Название Smallbox. Потребность эта часть зашифрована. Отправить. Отправить отчет. Получил 15 центов. Боже, как много. Хранить. Пульт дистанционного управления. Если вы используете этот контроллер, вы можете видеть пункт назначения из любого места в течение неопределенного периода времени. Устройство должно быть заряжено. Охренеть. Шпионская камера. Трутень. Переносная рация. Пуля, короче, вот для ударного пистолета, ловушка, камера безопасности, пистолет. То есть я должен для того, чтобы обороняться, для обороны, да, и для нападения. И посмотри, сколько все это стоит. Это всего лишь каких-то 3-4 доллара там или копейки вообще. Оказывается, тут очень дешево все продается. Жесть. Монетный шахтер. Когда вы покупаете этот инструмент, вы можете выиграть монету. При установке вместе он начинает зарабатывать монеты. Надо было его покупать, наверное, а? А не то, что я купил. За хрень. Кстати, давай этот, повыкидываем. Стулы всякие.
мусор там, компьютер, домашний отчет отправить. Так, и мы ковер отправляем. Ковер. Зачем? Что это было? Что это было? Что это было? Кто? Куда? На кого? Ах ты ж падла, это этот. Пошел нахер, вор, несчастный. Как же мне, блин, дробовик взять хотелось бы, чтобы тебя запилить в жопу. Хорошо, он ушел. Я за мусор только что получил 20 центов. За мать его мусор. Что за хрень? Почему? Как? За что? Как это мусор? За мусор можно еще и что-то получать, какие-то деньги. Поразительно. Получается, у нас, если посмотреть, да, по сути, ничего здесь нету. Кроме дохерища там мусора, который мы находили. О, хотя нет, у нас есть стулья. Мы можем, кстати, попродавать стулья за копейки. Но на самом-то деле мы можем просто пойти к соседу и попиздить что-то у него. Что мы это и сделаем? О, кстати, он ходит во сне, походу. Так. Забираем это. Чего? Ни хера себе. Чего? Терминалы тут? Боже, это лифт сокровища. Ранний доступ, закрытая зона. Закрытая зона, пентхаус. Первый этаж. Блин, нет. Фу. Едем ниже. Замечательно. Так, что это? Выкинуть. Вот тут это выкинуть тоже. А, мне нужен молот, короче. И заперто, черт. Что он там прячет? Говнюк. Ладно, поехали на первый этаж. Блин, тут все закрыто. Я думал, тут можно поездить туда-сюда, но нет, тут все закрыто. Зашибись, я могу просто у него пиздить тут все. Блять, мой дом. Мой дом воруют, сейчас будут воровать все. Все, пиздец. Уходим отсюда, уходим, уходим, уходим. Не заметил меня? Не заметил. Вор проклятый. Закрыл дверь. Куда пошел? Стоять, скотина! Стой, стой, стой! Спрятаться. Черт возьми, этот Гитлер меня сейчас убьет. Прячемся от него. Черт подери, они повсюду, эти твари. Они заходят со всех сторон. Почему здесь нет звукового сопровождения, кстати? Все нормально? Блин, мне не нравится, когда он выходит спиной. Фух, он ушел. Хорошо, он ушел. Итак, что можем за телевизор, этот терминал, фонарик, ящик. У нас есть фонарик просто. И мыло. Давай, короче. Отчеты. Отправить. Мусор. Отправляем. Мы сейчас у соседа. О, черт. Он нас обнаружил. Ну-ка. О, черт! Он с пистолета меня стрельнул. Вот говнюк. А, нормально. У, все, что-то мы украли у него, все у нас есть. Мы забрали у него, ты понял? Хотя нет, тут мудак, который пытался. Не, дверь заперта, он не зашел. Все хорошо. А, так он может сзади обойти. Тоже. Понял? И здесь тоже можно обойти. Я обалдеть. Со всех сторон, короче, можно обойти. Я даже не знаю, где лучше ставить тогда. Как нам выбираться? Но в любом случае отсюда будет нам будет обходить, короче, время терять. Нормально. Так, что мы получим за два лэптопа? Ну-ка, что за? Ой, хорошо. И за это тоже давай. Ну-ка. Сейчас посмотрим, что это было. Не понял. У меня, кстати, он фоткает, у него там то же самое, как соседи вот этом, да, который мы смотрели, играли. The Neighbor, короче. И там то же самое, он ставит и камеры, и ловушки, и так далее. Чё так мало, кстати? Чё так мало мы получили? Копейки вообще какие-то жалкие.
Вообще какой-то мусор, слышишь? Я за обычный мусор больше получаю. Пошел нахер, ты говню. Все, я могу воспользоваться своей ультой. В смысле? А чё она сама произвела? Что за говно? Может мне продать ее? Она сама активировалась, слышишь? Так не, так зачем она мне надо тогда? Фонарь. Зачем он мне надо? Я и так все вижу. Бесполезная какая-то хрень, я не знаю. Продать ее что ли? Тоже продаем фонарь. Нам нахер не надо. Я тут попродавал всякий мусор, всякие стулья там. Конечно, не все, но суть того, что это говно какое-то. Ну, что бы ты ни покупал, тут все равно мусор. Ни о чем вообще. Вот майнер, кстати, можно купить, попробовать. Но мне кажется, это тоже будет говно. Вот это тоже не особо, короче. Я не знаю, бред полнейший. Пошли, короче, к соседу. Пошли пытаться зайти к нему в дом. Хотя, что мы там хотим найти? Я вот не знаю, что мы там хотим найти. Вон он, вор уже бежит. Ты понял? Давай, вали отсюда. Нихер тут сидеть. А он типа нас не видит еще до сих пор. Братан, я здесь. Я тебя вижу. Свали. О, свалил. Все, молодец. Так, надо аккуратно. Блин, он с пистолетом меня гаснул. Он сейчас сонный. Намного проще пройти. Вот, кстати, вот ключа. Я не знаю, где взять арматуру, ключ и так далее. Так, он заходит сейчас в дом, да? Зашибись. А мне как быть? Мне надо наверх подняться. Забираем ловушку. Он, кстати, он говнюк с пистолета стреляет. Кейкарт. Ты кто? Почтальон? Почтальон, стой, погоди. Почтальон, дай мне миллион. Какого хрена тут почтальон делает? Ай. Что-то он сонный такой, он жестко просто сонный. А ну, давай побежим его. Вор. Шел нахер. Так, он сонный, он нас не видит. Мы на спокухе проходим. Так, камера, камера, с камерами осторожно. Гитару забираем. Черт. Вот дерьмо, а. Лошара. Черт. Все, валим, 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 валим нахер. Странный какой-то сосед. Ну, игра сама странная. То есть, нам надо, короче, накопить, короче, купить все. Вот тогда игра пойдет. Вот тогда только игра и пойдет. Потому что пока у нас нихера ничего нету, игра нихера не пойдет. Как бы я ни старался. Короче, здесь вот эта херня, которую я купил, она типа делает тебя невидимым, да? Оно такой полный отстой, если честно. Такой полнейший отстой. И все, что я не пытаюсь продать, оно как будто рандомом делает мне. Вообще, серьезно. В смысле? Я могу играть на мелодию? Да ладно. Охренеть. Да ладно, в смысле? Погоди, а вот первое получается, да, показывает мне F1, и перед ним, короче, есть нота. А какая же вторая нота? Или чуть-чуть такое? Короче, продавать нахер. Возможно, с ним какая-то пасхалка идет. Черт, давай, продавай, пытайся. Ну, давай, запих, падай вниз, падай вниз. Как сложно, а, продать гитару. Не хочет продаваться. Ты кто такой? Ты кто еще такой? Так, блин. Кто ты такой? Откуда ты взялся? Вот, наконец-то.
Интересно, сколько мы за нее получим. Давай 3 бакса хотя бы. 3 бакса, ну. Что за... Так. Майнер. Сколько же ты меня будешь зарабатывать? Ну-ка. Майнер гребаный. Покажи-ка. На что ты способен? Ну, зашибись, я застрял. Вот. Работай. А как мне выбраться? Ой, наконец-то. А я даже подобрать его не могу теперь. Все. Я, короче, его поставил, и теперь больше не могу с ним взаимодействовать. Возможно, кстати, деньги 0,9 секунду. Кошмар. Это самый ужасный майнер, который я когда-либо видел. Мне быстрее, намного проще будет иначе сделать. Короче, мы посмотрели, что там да как. В общем, это так это. Это, конечно, веселенькая игра, неплохая, но... Мне что-то она не зашла. Вот просто никак. Ну что-то не весело мне вообще в нее играть. Как бы я ни старался. Кстати, вот давай сейчас попробуем инвиз включить. Пошли, погнали, попробуем. Потому что он у меня включался сам случайно. Пускай, похер. Так. Ты где, братан? Ты нас видишь? Он нас не видит. Поразительно. Так, ну и что тут есть интересного? Мы, короче, можем спокойно к нему приходить. Пиздить тут все, что есть. И, по сути, ничего такого нам за это не будет. Ну, то есть, мы спиздили, да, что-то. Ему похуй. Мы появимся у себя на базе и продадим это все. Нам даже не надо стараться пытаться убежать. Мы просто можем это спокойно все продать. И все. Да даже похер, что нас заметили. Red ключ. Вот. Жалко, только спецназа не было до сих пор еще. Мы просто ходим по квартире вместе с ним. Он ходит, я хожу. И похер нам. Вот черт. Спрятались. Как долго ждать? Ты где? Он что, на улице? Блять, он на улице. Походи, стой, а как это открыть? Кар-ключ. Ну, короче, здесь еще какие-то ключи разбросаны, которые нужно еще найти. Ну, скорее всего, мы знаем, где они. Да потому что мы находили там, помнишь что? Мы находили там, короче, специальную комнату, где что-то, короче, необходимо. Устройство, короче, для взлома. А устройство для взлома находится вот... Вот, либо что-то из этого. Короче, что-то где-то из этого. По-моему, вот это пульт дистанционная хрень. И вы можете увидеть невидимый текст внутри игры, кстати. Вот, еще шпионская камера. Ну, тоже как подсказки, короче. Вот их и надо, короче, покупать. Черт, как громко. А так, все это говно. Но, если честно, мне не особо зашла игра. Я думал, что это потрясающая зашибись игра. Веселая такая будет. Но что-то мне вообще не весело. И очень дешево продается, блин, все. Короче, я заканчиваю на этом игру эту. Просто потрясающую. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями. Но, если честно, мне вообще не понравилось вообще, что я записал. Летсплей этот полнейший какое-то говно. Из... Первый из всех говяных летсплеев, которые у меня когда-либо были. Я разочарован так сильно, что даже не знаю, стоит ли вылаживать эту игру. Ну, ладно, я выложу все равно. Но, если честно, я недоволен собой и недоволен этой игрой. Мне она не зашла. Да и так отстойно получилось. Почти не веселились, ничего такого. Пару раз что-то заметил, там он что-то потанцевал или еще что, ну и все.
Короче, игра что-то не для меня. Ладно, на этом прощаемся. Жду вас в следующей игре какой-то другой.